Ребята, одни остаетесь на несколько дней. Да, Дусенька, да, моя хорошая. Я отъеду по семейным обстоятельствам. Не хотелось. А что сделаешь, Машенька? Маш, не ругайся. Вот занятая, все. Даже и слушать не хочет о том, что одна остаешься тут на хозяйстве. Я тебя уже тут выручать не смогу от этих гавриков. Мучают мамку, да, Валере? Погулять не сможем. Маша, когда хоть выходит из Валеры, хоть отдыхает от них, да? А так им в Валерах делать нечего. Они мамку издеваются. Дуся, да? Мамку, дай сиську, бегают за ней. А Маше-то не хочется этого, да, Маша? Уже достали, самостоятельные. А сиську, особенно буржуй, просит у мамки все время. Да, буржуй? Ты не давись и ешь аккуратно. Ладно? Машенька, давайте хоть орешек дам. Маш, на орешек возьми. Маша, возьми орешек. Дуся, ну на. Дуся, смекнула быстрее, чем мама. Маша. Вот как проголодалась. Дуся, он орешки щелкает. Маша как сосредоточится на чем-нибудь, то все. Бесполезно ее отвлекать. Да, Дуська? А Дуся подумает сначала. Иногда. На, наконец-то, Маша. Орешки будешь? Не будет, Маша, орешки. Вот. Дальше пошла кастрюлю проверить. Каша лучше. Ну ладно, Маш, давай, пошел я. Давайте, ребята. Все, чао, какао. Я думаю, на 3 дня вас покину. Так что без гуляния будете. Давайте, пока.